Трагедия, повлекшая за собой смерть работников образования. В результате дорожной аварии, произошедшей на трассе Уилкабда, пострадали директора городских общеобразовательных школ. К сожалению, двое скончались на месте происшествия. Еще два педагога с множественными травмами были госпитализированы в Уилскую районную больницу. О возможной причине несчастного случая и о состоянии учителей узнавала Гульдана Халенхаза. Трагедия произошла 19 июня. На 156-м километре автодороги Уилкабда разбился автомобиль. В салоне машины находились 4 женщины, включая водителя. И все они директора городских школ. Директора 4 школ. Это 20-я школа Багдат Айсултановна, 33-я школа Альмир Шахарбековна, 25-я школа Шолпан Урумбасаровна и новая средняя школа это Ахкуль Мурзабековна. По данным полиции, водитель не справилась с управлением автомобиля, вследствие чего и произошло опрокидывание транспорта. Водитель автомашины Toyota Land Cruiser, двигаясь из села Уил в направлении поселка Хобда, не справившись с рулевым управлением, допустил опрокидывание автомашины в левую сторону по ходу движения. В результате водитель Toyota и одна пассажирка от полученных травм скончались на месте ДТП. Еще две пассажирки с множественными травмами госпитализированы в Уилскую центральную районную больницу. Госпитализированные в больницу педагоги – это директора 25-й и новой средней школы. Обе находятся в сознании. Если у одной состояние оценивается как средней степени тяжести, то у другой – стабильно тяжелое. Женщина 45 лет с диагнозом закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, закрытый перелом ключицы поступила в больницу. Вторая пациентка 45 лет с многочисленными травмами, закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, закрытый перелом височной кости, второго ребра, ключицы справа, а также с переломами таза. К сожалению, директора школ номер 20 и 33 Багдат Орынбаева и Альмира Уракова скоропостижно скончались на месте ДТП. Обе трудились, не покладая рук, и внесли весомый вклад в развитие своих школ, да и в целом в сферу образования. Их гибель – невосполнимая утрата, отмечают коллеги. Это руководители, которые приложили немало своих сил. Они были в такие времена, когда они даже свою личную жизнь оставляли на второй план и только полностью вкладывались в свою работу. Поэтому это для образования это большая утрата. Альмира Шахарбековна. Альмира Шахарбековна с 2017 года приступила к должности директора нашей школы. За эти 5 лет проделана колоссальная работа. Это и капитальный ремонт, возведение пристройки к школе. Возросла и успеваемость учащихся, победителей республиканских и международных конкурсов. Отметим, это не единичный случай жуткой аварии на трассе Уилкабда. С начала года на этой автодороге произошло 3 подобных ДТП, в которых погибли 2 человека, и еще 4 сильно пострадали. Гульдана Халенхаза, Манжолат Магомбетов, телеканал Актобе.